Белые ночи – символ Петербурга. А вот одна из визитных карточек российской Северной Венеции – большой гостиный двор. У его главного портика создали специальную сцену для праздника «Мода белых ночей». Это демонстрация коллекции 11 брендов знаменитых кутюрье из Италии, Англии, США и Франции. Здесь все в движении, так же, как и в моде. Мода меняется, ушли именитые кутюрье. На их место приходят молодые дизайнеры, которые находятся в поиске. Где-то та дороговизна, то качество, тот шик, это уходит. Приходят в моду более простые вещи, которые удобоваримые в любое время. По мнению организаторов показа «Мода белых ночей», это шоу-подарок Петербургу от знаменитых кутюрье и своеобразный мостик от высокой моды к массовой, черпающий от кутюр свои идеи, линии и краски. Пасмурная погода петербуржцев не удивишь, а вот участников показа утренний ливень заставил поволноваться, и все же холодный ветер не помешал продемонстрировать разные стили одежды на все вкусы. Ну, комфортно, конечно, было в джинсовой коллекции, но, безусловно, платье – это классика, ну, идет всем девушкам и красит их. В эту ночь Санкт-Петербург превратился в столицу мировой моды. Дух белых ночей вдохновил именитых мастеров уже в четвертый раз. NTD, Санкт-Петербург, Россия.